О протоколе AVB в нашей отрасли говорят много. Но почему вы должны выбрать AVB для доставки мультимедиа по сети? В этом видео мы остановимся на том, почему именно AVB. Если вы работали с BIAMP, вы наверняка прекрасно осведомлены о том, что для передачи мультимедиа по сети BIAMP предпочитает использовать AVB. Этот протокол предлагает особые преимущества вам как конечному пользователю, как программисту, IT-специалисту или инженеру. И этому есть несколько причин. Во-первых, AVB берет аудио и видео под крыло одного протокола. Во-вторых, AVB предлагает механизмы контроля качества, чтобы обеспечить надежную передачу. Они включают в себя Quality of Service, шейпинг трафика или резервирование пропускной способности. AVB также предоставляет вам простоту настройки. Коммутатор с поддержкой AVB автоматически предоставляет все возможности протокола для вашей сети, без настройки особенных параметров. AVB помогает с конвергенцией сетей. IT и AV отрасли используют общую инфраструктуру, и применение стандартизированных IEEE протоколов позволяет AVB говорить на языке, понятном индустрии IT. Это видео знаменует начало серии материалов, в которых основное внимание будет уделено техническим аспектом AVB, а также почему AVB действительно имеет значение для вас при проектировании вашей системы. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал BIAMP Systems для получения дополнительной информации, обучения и ответов на частые вопросы.